Что получат вооруженные силы Украины в связи с поставками вот этих образцов вооружений и военной техники, о которых только шла речь? Для начала должен сказать, что не надо представлять ни БМП «Брэдли», ни БМП «Мардер» какими-то устаревшими образцами вооружений, ни на что негодными. Конечно, можно долго перечислять их тактико-технические характеристики, но скажу только одно. Их вес превышает вес танка Т-34-85. Вот даже на основе этого показателя можно судить о степени защищенности личного состава, находящихся в этих машинах. В связи с поставками вот подобного вооружения наступательные возможности украинской армии существенно усиливаются. Отношения России и Турции никогда не были идеальными. Очень часто между странами возникали серьезные конфликты. Телевидение пыталось их сгладить, но и это удавалось с трудом. Все прекрасно помнят сбитый самолет. Турецкий лидер Эрдоган всегда заявлял, что Турция настоящий друг России, но буквально через небольшой промежуток времени доказывал совершенно обратное. Политики не раз отмечали, что турецкий лидер Эрдоган преследует лишь выгоду. Дружба без выгоды ему не интересна. Сейчас, несмотря на все переговоры с Путиным, Эрдоган преследует свою цель. Ему выгодна слабая Россия, которая теряет контроль в регионе. Создавая видимость миротворца, якобы пытаясь усадить Россию и Украину за стол переговоров, Эрдоган поддерживает Украину. Если раньше передача «Байрактаров», которые стали настоящей проблемой для российской армии, подавалась как обычная продажа оружия украинской стороне турецкой фирмой, несмотря на то, что российской стороне она отказалась их продавать, то теперь Эрдоган открыто стал помогать техникой, которая принадлежит турецкой армии. Турция передала бронетранспортеры в количестве 100 штук. Сделано это было не случайно. Как уверяют военные эксперты, Украина готовит масштабное наступление, для которого нужна тяжелая техника. Именно для этого наступления Германия передает танки. Италия и Франция – боевые машины, предназначенные для уничтожения танков противника, а Турция – бронетранспортеры. По мнению военных экспертов, отразить такую атаку вооруженным силам России будет очень тяжело, и надо готовиться к тяжелым сражениям.